Привет, друзья. Привезли из Германии вот такие вот крутые фонарики с карабином. То есть можно на рюкзак, на разгрузку вешать. Есть сзади также магнит, есть опорная стойка. Светит. Ну, а режим и стробоскоп. Очень крутой, довольно легенький. Разъем для зарядки Type-C, кнопка включения. Есть резьба, то есть можно на какой-то штативчик его закрепить. Идет он вот в таких коробочках. Здесь почему-то microUSB, на нем Type-C разъем. Mini-size, bottle open, strong manjet и SOP floodlight. В общем, реально, ну вот смотрите, размер с ладоньку, да. Давайте возьмем штангель, сделаем замеры. Очень удобно. Грубо говоря, давайте будем брать 62, 45 и толщина 21 миллиметр. И показываю вам, как он светит. Реально, я был удивлен при небольших его размерах. Выходим на склад, закрываем дверь. Здесь сейчас будет полная темнота. Смотрите. Вот, до следующей стены у нас 5,5 метров. Но так как я не впритык к стенке стал, то есть будем считать от фонаря до той стены 5 метров. Вот это максимальная мощность. Половина. И стробоскоп. Мне кажется, что стробоскоп даже ярче, чем максимальная мощность. А может, так же сам. Ну, собственно, свет очень-очень мощный. То есть, если близко ставить, аж, да, за свет получается. Реально. Круто фонарь светит. И это в полной темноте, да. Я, конечно, бы не хотел, чтобы на нем был режим стробоскопа. Меня этот режим постоянно напрягает переключать. Но фонарь реально крутой. Он в алюминиевом корпусе. А, правда, вот это вот. Вот эта пластиковая штучка. Вот. А весь корпус какой-то сплав алюминия. То есть он же служит и охлаждением для данного фонаря. Здесь у нас разъем Type-C. И вот это вот такая вот белая резиночка. Сзади нее находится светодиод, который сигнализирует красным светом, когда идет заряд, и зеленым, когда фонарь уже заряжен. В общем, реально классный фонарь, рекомендую. То есть карабином можно на лямку рюкзака зацепить, и он будет вперед светить. Либо можно устанавливать вот так вот в таком положении. Либо закручивать, либо на магнит. В общем, все предусмотрено. Лайк за видеообзор. С вами был Артур. Пока, всего наилучшего.